Глава города-курорта Сергей Сергеев с удовольствием познакомился с выставкой достижений, представленных молодежными организациями вузов города. Победители Всероссийского фестиваля WorldSkills в области ландшафтного дизайна, студенты Анапского сельскохозяйственного техникума, не без гордости рассказали о той технике, что помогает им работать над созданием композиций, призванных украсить улицы Анапы. Студенты РГСУ собрали все свои достижения, представив их многочисленными наградами. Результаты поисковой деятельности молодежного клуба «Ратмир» впечатляют. А ведь эта выставка лишь маленький срез той масштабной деятельности молодежи Анапы, что не раз было отмечено на краевом уровне. В Анапе живет более 35 тысяч молодых людей. Это молодежь. Только 8 тысяч из них обучаются, остальные работают и приносят пользу тому городу, в котором, любимому городу, в котором живут и трудятся. Я хочу поблагодарить в вашем лице всю молодежь Анапы за то, что вы не остаетесь равнодушными ни к одному общегородскому мероприятию. Вы участвуете и защищаете честь Анапы как на спортивных аренах, так и в культурной, творческой жизни, в образовании и еще во многих-многих моментах. Анапа сегодня, наверное, один из лидеров Краснодарского края по политической ситуации и по работе именно молодежи в становлении всех тех добрых традиций, которые заложены нашими предками. Праздник отмечается недавно, всего с 93-го года, но у нас стала доброй традицией отмечать лучших из лучших поздравлениями и отмечать благодарностями главы муниципального образования. Я это с удовольствием сегодня сделаю. Но перед тем, как приступить к церемонии награждения, я хочу вам пожелать успехов в жизни, стать людьми с большой буквы, и чтобы жизнь вам приносила удовлетворение, чтобы окружающие вас люди получали от вас только заряд позитивной энергии. Будьте людьми, будьте здоровы, живите счастливо. С праздником вас! Благодарности главы города получили 24 человека в присутствии своих друзей и коллег, что особенно важно. Признание для молодежи сегодня особенно значимо. Оно хороший стимул в том, чтобы мечтать и строить планы. А мечтает ли молодежь? Конечно, молодость – это время, когда ты мечтаешь, когда ты думаешь о будущем, и ты думаешь, что все тебе по плечу. Все самые безумные идеи, самые безумные мечты, конечно, они воплотятся. И это здорово. Когда мечтать, если не в молодости? Мечтают они о том, что будет сильная наша страна. Мечтают они о том, что будет сильный наш край, наша любимая гостеприимная Анапа. Мечтают они о том, что они добьются хорошего себе карьерного роста, о том, что они будут полезны городу, России, краю. Они мечтают о том, что у них будут хорошие семьи. Они мечтают о том, что все у них в жизни будет хорошо. И я думаю, они имеют на это право, потому что они молодые, потому что они творческие, замечательные, креативные, потому что все у них получится. А что на этот счет думают сами молодые? Семья у меня уже есть, ребенок уже есть, часть моих мечт уже сбылась, у меня есть свой дом. Хочется, наверное, больше путешествовать и узнавать, как живут люди в других странах, чтобы все лучшее можно было принести себе домой, на свою родину, поделиться со своими близкими.